Всем здрасте. Очередной выпуск, очередное открытие паков. На этот раз последнего с чемпионата мира. Поэтому разгребаем все, так скажем, остатки. Но перед этим... Обменчик. Полкаут имеется. Это, как всегда, США. Только не врат... ЦЗ... Ну там, да, не особо. Зиммерман. Обмен number two. Что тут еще можно сказать? Ну, разумеется, тут локаут. Все дела. Португалия. СЗ. Подожди, там мини... Там Пипе или... Да, Пипе. Ребята, это АСМР в открытии паков. Кто бы мог ожидать? Если тихо говорить, палки особо не поднимаются. А у вас? На самом деле, у меня просто очень позднее время. И поэтому просто придется говорить тихо. Эту викинг-лигу я открыл очень херово, на самом деле. И падают соответствующие награды. Кстати, Пипеку я продал на рынке. Вот просто поле уровня 10. Там я уже по максимуму все раскачал. И получаю я... Ну что это такое вообще? Ну что, бонусные призы, что тут еще сказать? Волкал, неужели спустя 25 паков? И выпадает еще и этот повтор. Неужели, блин? Сербия, ну хотя бы что-то пал... Или... Очередное говно просто. Я не знаю, что тут сказать еще. Что у нас здесь? А здесь у нас вот что. Это всего сливаем на игроков Мексика. 94-й. Класс. Максимум, что могу сделать, просто зайти в обмен и там обменять. Значит, так и сделаем. Последний обмен в этом событии. И все, на этом заканчиваем с этим чемпионатом мира. Я не знаю, что тут можно выловить. Цапник. Тадич, что ли? Блин, это лучший улов из всего этого покопанинга. Который не факт, что пригодится в основе.